Друзья, всем доброе утро, добро пожаловать в новое видео. Мы уже в Каунасе на погрузке. Зарегистрировались в вагончике и давайте загружаться. Только не знаю, чем мы будем загружаться, здесь мы первый раз. Что, дали пропуск? Ну. Заезжаем? Ну. Какая рампа? Сразу под рампу? Ну. Сразу под рампу? Игорек, доброе. Так, а что мы будем грузить? Либо полипропилен гранулы, либо пустая тара, либо тоже гранулы и... пластиковые бутылки еще из баклажки. Но мне кажется, что скорее всего будем полипропилен грузить. Потому что тару мы не возили стекляшки. И не хочется возить ее. Хотя она и легкая, потому что полипропилен. Двадцатку будет. Полипропилен двадцатку будет весить, да, Игорек? 21,5, как и дерево, то же самое. Поэтому, ну, короче, полная загрузка. Можно банками загрузить. Да. А если банками, так вообще вес хороший. Да? Только половина не довезем. Короче, берем кофе. Здесь платный. Это не Германия, это не Голландия. И то там тоже не везде. И надо будет помыть тогда стекла, зеркала. Привести машину перед выездом в порядок. Взаимно. Игорек легкий сауну покупает. Смотрите, сауна. Застекленная на 4 человека. По ценнику непонятно сколько. И Франция, Made in France. Купил, поставил и можно пользоваться. Ну, пожалуйста, предбанник на 2 человека. А сама парилка на 4. Ну, здесь уже двери закрыты, застекленные, туда я не войду. Классно, классно. Пока на холодную постояла, посмотрели по компьютеру, масло пишет, долить надо было литр, долили масло, заодно антифриз тоже долили немножко, ну, антифриз за грамм, наверное, 300 только долили, и литр масла холодное. Компьютер не ругается, просто как бы пишет, по уровню долить необходимо 1 литр. Долили, все в порядке. Оп. Помыли тоже все стекла изнутри, снаружи. Пары, все, короче, готовы стартовать. Час отстояли, начали загружать только. Но быстро загружают. Сильно зажимать или нет? А? Сильно. Ну, не прям сильно. Как обычно. И заедем тоже, заедем в Каунасе на сервис. Посмотрим рев, что я говорил, на повышенных оборотах работают. Может, ТО сделают. Короче, заедем еще на сервис. Какой торф, какие банки, какой пропилен. Все намного проще. Дерево, друзья. 26 палет, как всегда, 22 тонны практически. Дерево абсолютно сухое, даже нет подозрения на то, что влажное, где-то даже по центру. Все сухо, это просто обработано такого цвета, потому что наша палетная доска находилась на складе. Даже предположить не могли. Мы думали, полипропилен будет, либо же торф. Видите, удобрение фасованное, но оказалось дерево. Намного проще тем, что нет второго яруса, даже если самим придется разгружать, то, сами понимаете, низкие намного будет проще, чем... высокие. Так все время было. В общем, все, качаем воздух. Игорь пошел за документами. Мы закрываем ворота и будем готовы стартовать. Да, кстати, никогда не прыгайте, как я вот спрыгиваю. Лучше лишний раз достать ступеньку, потому что будут болеть ноги. Я просто пока этого не ощущаю, но в дальнейшем, в будущем будут болеть колени. Карьер-сервис. В очереди нет, 2 холодильника стоят. Надеюсь, что мы сразу заедем. Если нет, если скажут подождать часика 2-3 нужно, то поедем и уже заедем, может, следующим разом, чтобы время смену нам не тратить. Обычно вот вторые либо третий бокс открывают, тогда заезжаем. Нужно будет расцепиться. Да? Че ты? Зеркало мне надо. Ты еще? Зеркало тебе надо? На тебе зеркало. Вот, и заезжаем. Расцепиться, выезжаем на тягаче, они там уже сами занимаются делами. Даже если нужно будет что-то делать внутри рефа, то
У нас, как видели, доступ спокойный есть. Даже и лесенки никакой не надо будет, потому что палеты все в один ярус. Все, в общем, идем в бюро, узнаем по времени. Бюро расследований. Расследуем это преступление. Кто сломал нам рыб? Но. И, короче, по возможности заезжаем. Буду держать вас в курсе. Он, Игорек, хотел зайти без это, без маски, так он слесарюга своей грязной рукой остановил Игоря. Говорит, подождите, погуляйте немного. Судя по разметке и по ионной. Вот твою голову взять, отставить. Короче, ждем пока. В общем, выдвигаемся, не будем мы ждать, потому что у них сейчас обед еще час. Потом только два прицепа сделают эти, и потом только нас загонят. Он сказал, что по времени даже ориентировочно не знает, во сколько это будет. Потому что, говорит, от 5 минут до 5 дней может ремонт занять, поэтому этих двух рэпов. Поэтому поедем. Заедем, когда здесь не будет очереди. Мы обычно приезжали, очереди не было, сразу заехали. А здесь еще перед нами два прицепа, поэтому... С самого утра мы обычно заехали. Да, с самого утра обычно, под открытие. Все, выдвигаемся в сторону Польши. По времени у нас... Что у нас по времени? По времени у нас вон первый час, половина первого. Короче, едем обратно, уже все, загрузились. Едем обратно. Шучу. Доехали, только реку проехали в Каунасе, развернулись, едем обратно на сервис. Все-таки будем делать ТО. Тоже сгорелась ошибка, это сервис. И сказали, что все, в любом случае ждем. Что погрузка у нас... На пятницу. Сегодня среда. Поэтому на сервис обязательно заезжаем, подождем. До 5 должны отпустить нас, потому что сервис работает до 5. В общем, хочешь, чтобы быстрее, а получается, как всегда. Сами себе геморрой немного подкинули. Это я панику навел. Давай поехали быстрее, что нам ждать. Короче, выехали. 7 минут проехали, 7 минут обратно. Геморрой с разворотами вправо сейчас, конечно. Работнем. Хотели работнуть, вот и работнем. Стоять, ждать, это не про нас. Игорь говорит, заново снимай момент этот. Дежавю у нас у обоих. Говорит, Игорь, погрели резину, харе. Круг почета навернули пока у нас. Можно и стопориться здесь, на ремонте. Мы остаемся здесь жить. Пошли, наверное, сходим, скажем, мы вернулись, а то... Нас уже вычеркнули, ну, из списка. Вычеркнули из списка, ну. В общем, заехали в бокс. По времени у них только закончился обед. Час. Нужно расцепиться и выехать за территорию, закроют ворота и начнут обслуживать РФ. Так, времени у нас 5 час. И мы только подъехали, зацепились, готовы выезжать. Все, получается, за 3 часа нам полностью сделали ТО, это поменяли фильтра, масла, все, короче, сделали. 3 часа. По поводу того, что он дымит, как бы 20 часов, моточасов, как сказал слесарь, дают о себе знать, да? По поводу оборотов, это он работает, сказали, теперь в нормальном режиме. Его сделали, но все равно громко. Громко работает, но рев довольно-таки старый, поэтому с этим ничего не сделаешь, обороты не убавишь, точнее, ну, можно убавить, но он сказал, это его нормальный режим работы при таких оборотах. А когда температуру опускать или повышать, тогда он уже будет даже на повышенных работать. Сейчас вроде потише немножко и не так дымит уже, потому что ТО надо было уже давно сделать. Ну, короче, то, что мы сделали ТО, намного там упростило нам дачу, потому что в рейсе еще бы навернул, еще потом больше проблем было. Короче, все, выезжаем, стартанули, зато 2 часа поспали. Поехали. Так, перед Польшей на Балтике. Что ты падаешь? Или Балтику. Это, заправляем отблюхи, по топливу не надо, в Польше по Е100, а вот отблюх. Датчик уже загорелся, короче, зальем 50 литров и в Польше тоже на обратном пути дольем. Кстати, Mercedes экономичнее намного, вот нам отблю хватило на 2 круга, на 2,5 даже, потому что пацаны в России тогда не заливались, когда мы менялись. Вот, это мы только спустя
грубо говоря, полторы недели первый раз заправляемся. Экономично, Адблюха не живет. Коптит. Все равно будет коптеть, сказали. 20 тысяч часов, это вам не кухры-мухры, не шуточки. Итого 50 литров Адблю, 44,5 евро. Все, погнали. Ну что, попытка номер два, как раз неделя прошла, идем посмотрим, появились коврычи. В общем, нету ничего, будем искать. Попробуем, может, успеем на Старолитовскую заехать. Заехали на Златорию, наконец-таки нашли ковер бежевый, но с черно-белой окантовочкой. Прошитые, плотные, нормально. Сейчас еще заедем на следующий паркинг, тоже посмотрим чехлы. Здесь были чехлы, но по цвету не подходили. По ценнику, в принципе, нормально. Дешевле, чем на 24-м километре. Что еще нам надо? Посмотрели ламбрикен. Ламбрикена тоже не было. Здесь, кстати, уже в коврах идет еще дополнительно на полку коврик. На верхнюю, эту, которая на панели идет. Полки тоже были, но обрезанные бежевого цвета. Где-то до середины доходит. Так что полку еще будем искать. Распаковка. Во, видите, старый, когда покупали, был только на сюда коврик. А здесь уже идет в комплекте и сюда вот на панель тоже коврик. Тоже. И вот с такой вот окантовочкой идет, видите. Хотели бронзовые, бронзовых не было. И чехлов бронзовых тоже не было. Короче, чехлы мы будем бронзовые, наверное, ждать. Были бежевые такие, но решили не покупать их. Но на Шелке магазин побольше. В общем, купили все, что нам нужно. Это купили чехлы польские, но новые какие-то. Короче, дышит, как она объяснила. Ложатся лучше. Материал качественный. И шторы велюровые. Шторы будут бомбезные. Прям будем ехать, и чехлы так будут. Да, шторы дорогие. Но по качеству велюр. Классная. И ламбрикен идет еще с ним тоже в придачу. В общем, все, затарились. Полки были, но полки были без бортиков железных. Будем искать с бортиками, потому что, ну, без бортиков смысла нету. Будет все ездить. Поэтому найдем с бортиками. Ну, чехлы. Чехлы по цвету тоже подходят. Бежевые, бежевые. Нормально. Сочетание есть к шторам тоже. Хоть что-то новенькое, разнообразное, как говорится. Ой, когда-то я все одевать только. Уже, наверное, в Голландии оденем. Вот такой вот у нас насыщенный день получился. За сегодня мы успели загрузиться. Мы успели сделать до холодильника. Что мы еще успели сделать? Закупиться ништяками. Нагорел прямо на ходу, вешает крючки на шторы. Потому что, ну, когда нам это все делать? На девятке спать будем. Чтобы время не терять, на ходу он сейчас повесит крючки, будет нормально. Что мы еще успели сделать? Ну, в принципе, дел поделали, уже проехали Белосток, движемся. Заправиться, кстати, тоже успели, ну, Адблюхой. Вот. Время посчитать, все так, по чуть-чуть. В магаз мы заедем в то же, как в прошлый раз. И надо заехать на мойку еще, помыть машину тоже обязательно, потому что в прошлый раз мы не попали на мойку. А не попали из-за того, что была очередь. Одно окно работало, один, получается, бокс, и все. А очередь была из двух машин, но это минимум часа 2,5. Мы тогда не успели выскочить обратно на Литву, поэтому ночью сейчас будем проскакивать, ночью заедем, помоемся, потому что... Как обычно, ну, ночью, в принципе, нет машин. Не моются, не заезжают на мойку. А мойка работает круглосуточно. Так что я думаю, мы попадем на мойку, помоемся. Впереди Варшава, как раз мы проскакиваем, запрет заканчивается, открывается Варшава, и мы уже будем двигаться. О, смотрите, какие аппараты раритетные, восстановленные. Смотрите, в каком состоянии Ford пикапчик, а? Что еще? Завтра разгрузиться, на пятницу у нас получается загрузка. Будем куковать. Сделаем паузу, почти суточный, возможно, получится. Ну, по приезду я, короче, вам все потом
это расскажу. Ну и можно заканчивать, в принципе, наше сегодняшнее видео, потому что впереди у нас вечереет, скоро будет темно, особо нечего снимать, двойка, сами прекрасно понимаете. Идем без остановок до 24-го километра, снимать нечего. Так что все, увидимся, ребята, в следующих видосах, возможно, это будет уже в Голландии. Так что всем спасибо, что заходили. Всем пока. Берем вам пока. Нифига, Игорек уже застаривается. Я с вами прощаюсь. Игорек, он застаривается, сказал, все, спать.